преграждаете путь. Не имеете права это сказать. Не имеете. Что значит не с добром? Откуда вы знаете, с чем вы пришли? Мы хотим проверить, что происходит на территории Русской Православной Церкви. Как вы это установите? Я хочу увидеть, что вы так скрываете. Почему вы скрываете от людей? Но вы, послушайте, вы себя ведете как православный хулиган. Вот у вас паника от того, что к нам приехали. Значит, пожалуйста, пустите меня, вы не можете меня удерживать. Вы не имеете права вот сейчас делать то, что вы делаете. Это все зафиксировано, и мы будем об этом рассказывать. Поэтому в ваших интересах либо дать мне поговорить с отцом Сергием и задать ему те вопросы, которые меня интересуют, либо дать мне возможность побыть в траве. Я не знаю, вы знаете, если мне знакомо, я не знакома с митрополитом Кириллом, и вопросы, судя по тем обвинениям, которые есть, вопросы будет задавать прокуратура и опека над детьми. Будут задавать еще. Вы знаете, уже больше людей собралось. Которые дали показания. Я вас не трогаю. Кто-то видит, что я вас трогала. Или кто? Или я вы... монахиня. Хорошо, если вы монахиня, пожалуйста. Нет, это, еще раз говорю. Это Русская Православная Церковь. Русская Православная Церковь отстранила Сергия Романова от служения. Будьте добры, пожалуйста. Смотри, что делают. Забирают камеру. Так, секундочку. Посмотрите результат, что получили сегодня. Я еще раз повторяю, вы сейчас один только сознаться в содеянном и признаться вам, моя Татьяна, кому еще здесь присутствует. Сознаться в содеянном. В содеянном, да. То, что вы пороли здесь детей. Вы били, да. Конкретно кабелем. И даже было такое направление. Кабелем пороть или ремнем пороть. Вот и говорила, что Татьяна. Она конкретно ставила меня на горох. В 9-м году, когда такое? Вот в этом городе всегда велики, 5-я справа. Вы через забор перелезли. Это территория Русской Православной Церкви. И что? Здесь монастырь. Я имею право находиться здесь. Вы не имеете права нарушать другие права. Здесь находятся дети. Держать социальную дистанцию. У нас коронавирус. У нас нет коронавируса. По всей стране Владимир Владимирович Путин. Вы же снимаете без разрешения. Вы заходите перелаз через забор. Я вас тоже очень рада. Вы, если хотите, на территорию выходите. Я ничего не буду снимать. Я просто сюда встал. Вы здесь, я здесь. Все. Как-то если все полтора метра. Чего? Я могу присесть. Валентина, объявлен по стране. Ну тогда зайдите в чем вы сделаете тогда? В таком случае, что вы сделаете? Зачем вы пришли? На чем ко мне лезете? Полтора метра, пожалуйста. Я хочу поговорить с отцом Сергием Романовым. Почему вы заходите через забор? А вы нас не пускаете. А вы просили, вы конкретно. Вы вчера пришла. Подождите, мы пришли через забор. Ну а вы как зашли? Вы братья, меня напугали машиной. Не надо вас, не придумывайте. Вы зашли через забор. Детектор лжи, ребята, есть такая штука. Давай. Да ничтожество, пришли вы все, уходите отсюда, уходите отсюда все, уходите все отсюда. Это наш дом, вы пришли, незваные гости к нам в дом, уходите. Ребят, ну зачем вы провокацию устраиваете? Вы что делаете? Вы что человека избиваете? Вы совсем не за монахи, вы чего делаете? Можете не кричать. Вы чего делаете? Никто не делает. Вы как его не трогаете? Человека трогаете? Вы чего? Не смей меня трогать! Пошли на вниз!
смейте меня трогать. Не смейте меня. Матушка, ну вы же, матушка, зачем вы? Зачем вы? Да вы что? Скажите, я и так. Вы что? Она споткнулась от вас, убегая, вырываясь. Вы хватаете человека. Почему делаете? Уходите, вам здесь. Вы что? Ударили только что. Вам не рады здесь, уходите. Вот сколько было. Это наш дом, уходите. Почему делаете? Страшное видно, банатые люди. Пойдем. Ксюша, пойдем. Возьмите здоровых. Что там происходит такое? Вы что делаете? А никто ничего не делает. Вы что? Отдайте его. Серёга, камеру убрали, забрали. Где камера? Верните. Верните имущество. Пойдем, Ксюша, вы что делаете? Ксюша, пойдем. Ксюша, успокойся. Я тебе говорила, что я что, нос разбил? Меня ударили. Полицию вызывай. Идите с Богом. Идите с Богом. Идите с Богом. Мы уйдем. Верните нам наше имущество, и мы уйдем. Мы не тронули, у вас ничего не взяли. Верните нам наши вещи, мы уйдем. Мы не взяли из вашего дома ничего, матушка. Мы не взяли ничего. Не надо так со мной разговаривать. Камеру верните. Что? Что работал-то, я не понял. Идите, верните. Там за территорию вам отдадут камеру. Давай, вперед. Давай, иди куда хочешь. Пойдем. Там еще вопросы, пожалуйста. Вы начали не с той стороны. Идите с Богом. Мне лучше. Так они разобьют его нахрен. О чем я говорила? Сняли? Вот это конкретно на линии было. Сняли? Дай мне мыть.